Сегодня премьер-министр Чувашии Иван Моторин принял участие в совещании, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Вопрос о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, является одним из самых актуальных. Именно ему была посвящена прошедшая видеовстреча. Представители регионов, в которых количество детей, оставшихся без родителей, заметно сократилось, поделились опытом работы с приемными семьями. Тем семьям, которые берут на воспитание трех и более детишек, у нас выделяется сразу трехкомнатная квартира. То есть из расчета там 18 квадратов на одного члена семьи. Есть регионы, которые у нас хорошо подтянулись после прошлого селектора. Астраханская область, молодцы, больше 21%. Сахалин, молодцы. Молодцы Московская область. Молодцы Новгородская область. Вот, коллеги, те, кто прозвучал, вы можете им позвонить, поговорить с ними. Но есть хорошие мероприятия, которые дают конкретные результаты. Если ваши мероприятия не дают конкретных результатов, значит, надо их пересматривать. По последним данным, в Республиканском банке о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, насчитывается 3432 анкеты. При этом большинство живут у родственников или в приемных семьях. За последние три года количество воспитанников детских домов сократилось с 700 до 250 человек. В Чувашии разработан и реализуется комплекс мер по поддержке приемных семей. Увеличены суммы пособий, особенно родителям, воспитывающих приемных детей-инвалидов.